Очистные сооружения в Вилючинске строят с опережением графика. Все работы, которые были запланированы на этот год, практически завершены. Строительство коллектора, канализационно-насосной станции и напорного трубопровода длиной 1200 метров началось весной 2019 года. Уже есть фундамент, проложены трубы очистных и внутренних систем, возведены здания переработки и административный корпус. Сейчас продолжается монтаж оборудования на станции биологической очистки. В следующем строительном сезоне завершат монтаж труб, благоустроят территорию станции и восстановят асфальтобетон на месте проведения работ. Строительство на 95% финансируют из федерального бюджета. Объект большой, крупный, большое количество оборудования. Его стоимость почти 1 000 000 000 рублей составляет. Мы приступили, как я уже сказал, весной 2019 года. И плановый срок окончания 2021 год.